Дня съемки производится компанией «Супермбутик». Находимся мы город Москва, Куликовская, 12. Работаем мы ежедневно с 10 утра до 22, без выходных. Снимаем мы кофейный автомат «Саеко Рубин 200». Зерновая версия. Готовит 8 напитков. Чем замечательный этот автомат? Тем, что у него есть вот такой вот прозрачный контейнер, где можно видеть клиентам, что они пьют зерновой кофе. Автомат прошел полное ТО и готов к установке на точку. Мы перебрали гидравлику, все расходники, которые были изношены, мы заменили. Сейчас у нас готовится напиток американо. В автомате установлен купюроприемник, монетоприемник, функция выдачи сдачи. Я бы даже сказал, наверное, аппарат лучше, чем калибри C4, C5, кто стоит перед выбором. Тут есть ряд преимуществ. Во-первых, 8 напитков. Две кнопки регулировки сахара. Плюс температура регулируется через меню аппарата, а не как на калибре, через с отверткой. Чтобы поймать температуру, там надо еще градусник иметь. Но это не суть. Но для меня вот этот аппарат наиболее лучше, чем Некто. Вот такой вот автоматик у нас хороший. Это мой помощник Дмитрий. Показывает, что сдачу он выдал. Если у вас возникают какие-то вопросы, обращайтесь, с радостью расскажем, покажем, научим. Всем хорошего дня, до свидания.